отношения бывают. Повысь. Он священник был в артисте, и артист в священнике. Охламон и охлобысь, как цветок на небе. Вчера весь вечер слушал Лепса и до сих пор не успокоился. Он так орал, идя по рельсам, что испугался встречной поезд. Чеканно после речь тверда у Лёлика у Табакова. Горит, горит его звезда, на пешке мой толков. Я написал последний. Сегодня в дни побед, часы признания, когда тебя возносят в небес, отдай все ордена, забудь про звание, чтобы не пришлось платить за перевес. Дело в том, что действующие лица этой поэмы здесь недалеко. Поэтому я считаю, что имеет смысл все-таки сказать напрямую то, что написано. Может быть, им не досуг, они не читают. У меня начинается поэма с того, что приходит Сталин Грозы. А вот он потом пересказывает, что произошло. Значит, я сейчас скажу. Выходит Сталин из своей комнаты в Кремле, сидит в политбюро. Политбюро, оно сделано, это для будущего, кто будет делать. И все деревянные головы, деревянные горы. Такой, и Сталин, живей все. Но все не подвижны. Ну, начало такое. И были мы непобедимы, сильнейшие из всех держав. Ну что, молчите, подхалимы, что, может быть, Родзинский прав? Сидит он в Йоколэмэне, листает наши материалы, по полкам делая турне, концы все знает, начало. Он не выходит из архива, а вы, не выходя без перерыва, о, веселый, смотрите, ребята. Ну что вы выпили игру? Какое вы политбюро? Все в ордена. Да вы не люди. Вы смотрите со мной кино. Я сам ему перезвоню. Он не откажет мне, царю. И так далее. С нами разговариваете. Потом приходит к нему домой. Целый кучи народа. Можешь почитать. Ну так я понимаю.